Григорьевичка. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, в 3-м царстве, в 30-м государстве Одесско-Кировоградской области, ПГТ Завария, жила-была принцесса Ася. Жила она, не тужила, горе не знала, все было хорошо. И была у нее прекрасная подружка Юлечка, которая в один день решила выйти замуж, связать свою судьбу с настоящим принцем. Посвятила она Асю свои лучшие друзья, свои лучшие подруги. И завещала ей хранить все, от себя до туфли. И, собственно, Асечка не справилась со своей задачей, злые силы украли туфельку. И завещали нам, что для того, чтобы заточили ее в теплую башню, это теплая башня, представили, да? И завещали, что дабы расколдовать нашу дивную принцессу из темной башни и собрать ее оттуда, у нас сегодня какое число? 15, да? Правильно? Должен прискакать принц на белом коне и 15 раз, подпрыгнув до твоих щечек, поцеловать тебя прямо в них. Кричала Ася и днем, и ночью: «О, принц милый, прискочи, спаси меня!» Кричи. Спаси меня! Ты так ночью будешь кричать. Услышал дивный принц. Принц, скачи, давай. Ты скачешь, да? Да, обскакал башню. Обскакал башню, все хорошо. Почесал свою макитру. Посмотрел башню высокой, да? И 15 раз, без помощи ничего, прыгаешь прямо, целуя ее в щечки. Давай, я считаю. Раз! Нормально, вставные. 2, 3, 4, 5, стоп! Халтура. Почесал макитру еще раз и вспомнил о том, что там, где-то дома, в стойле, у тебя есть верный друг, помощник, соратник и товарищ, конек Олежка Горбунёк. Поскакал за своим конем, вскочил ему на спину верную, вернулся прямо к башне черной. Скачи, давай, аплодисменты, будь не жаль, громче. И прямо с коня 10 раз нацеловал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аплодисменты. Скачил с спины верной и упала на руки принцесса активная. Ну, можно аккуратно как-то, да, просто прыгай на него, да и все. Не жалея, да. А кто слушал, молодец, возвращайте нам туфлю, девочки. Это была маленькая миниатюрка для вас, но так, чтобы свидетели не забывали, что они сегодня все-таки на почетной миссии. Поаплодируйте, пожалуйста, нашим свидетелям, поддержите их немного. Девчонки, мне нужно понимать, готовы ли вы отдавать туфельку нашим свидетелям, или вдруг вы хотите что-то еще? Но если на танцполе покупающего более распрощенного свидетеля. Да, распрощенного свидетеля и свидетеля. На танцполе. Я думаю, что когда мы доберемся до танцпола, и у него галстук уже не будет так висеть, вот, мы увидим, он его поднимет за воротник. Я думаю, что мы увидим еще какие-то веселые танцы. А сейчас я предлагаю, давайте, знаете, как сделать? Вот сюда рюмашечку и по традиции раз передали, выпили, свидетель выпил, и хорошо. Иночка, ты организуешь, да? Так, хорошо, давайте. Ждем. Асечка, а ты можешь принести ему закусить? Ну, как-то так. Мы тебя не будем заставлять выпивать, но хотя... Вот такое дело, знаешь.